sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you your Всем сестренкам и всем братишкам привет! Сегодня у нас, как всегда, по расписанию блок новостей. А новостей у меня поднакопилось. Так что мы начинаем! Ну и, конечно, звездой прошлой недели была Дарья Камалова и ее непонятный трип. Даша вернулась в Россию после учебы в Италии. Но оказывается, Даша решила убить двух зайцев одним ударом. Съездила поучиться, как сварить сосиски, ну и, наконец, официально развелась. Со своим уже теперь точно бывшим мужем Федерико. Ну, как говорится, каждой твари по паре желаю. Каждой шпали длинноногой по рельсе. Каждой разведенке по алиментам. Каждой содержанке по папику. Это я просто без намеков. А что ты на меня смотришь? Каждый из десяти желаю хотя бы по одной хромосоме. Мудаков всем желаю чувствовать на молекуляр. Меня всегда остается загадкой такие долгие бракоразводные процессы. Но точно все у Даши растянулось на несколько лет. Это уже точно факт. Даша очень любит в последнее время кричать, что не смейте лезть в мою личную жизнь и отношения с бывшим мужем. Нет, Даш, так не работает. Ты очень долго показывала вашу такую нереальную любовь. Ты водила во все подробности своих подписчиков, даже в режим месячных. Показывала милование на камеру, а в один прекрасный день сказала, что все, нет, вас это не касается. Ты сама втянула в свою личную жизнь огромную аудиторию. Поэтому интерес подписчиков одним стоп-словом не изменится. Я смогу предположить, если бы ты была права в этом бракоразводном процессе, то показывала бы нам весь процесс в мелких деталях, не забывая рассказывать, какой бывший козел. Но так как нос у тебя в пуху, то ты заметаешь мусор под ковер, максимально скрывая любое свое движение в сторону бывшего мужа. А как же там тот самый пух? А он превосходненько сидит в Дубае. Это нынешний молодой человек Даши, к которому она так быстренько уехала после учебы в Италии. Я честно не очень понимаю, почему Даша думает, что ее смотрят одни идиоты, и то, как она каждый раз сквозь зубы уверяет всех своих подписчиков про такую нереальную любовь. И если вы этого не понимаете, то вы точно идиот. Но, к сожалению, для Даши люди видят фальшь. И я думаю, выражу не только свое мнение, что любовь Даши должна быть подкреплена дорогими подарками. Картье или, допустим, сумка Шанель. Мальчика, которого Даша называет своим парнем, явно он не про это. И частенько сливается в нужный момент, когда дело доходит до дорогих подарков. Например, дни рождения, Новые годы. Или года. Молодой человек грамотно пропадает. Развод с итальянским архитектором сделал из Даши женщину-коня, которая содержит молодого любовника. Ну, я в очередной раз хочу вам рассказать о приюте для животных. В этот раз это приют, который находится в военном Донецке. Я опять хочу вас призвать без споров, кто прав, кто виноват, кто за белых, кто за красных, потому что история здесь не о людях. Может, возможно, о тех людях, которые, несмотря ни на что, стараются помочь бездомным, раненым, полуживым животным. И в очередной раз для меня пример силы, мужества и достоинства – это хрупкие женские плечи, на которых лежит вся эта огромная ответственность. И приют ПИФ в том числе. Он держится только на девушках. Красивых, молодых, которым тоже хочется, возможно, жить по-другому, но они нашли кусочек своего сердца, кусочек своей души, чтобы помогать животным. Поэтому не проходите мимо, не будьте равнодушными. Если у вас, конечно, нет возможности помочь материально или физически как-то в данный момент, но просто подписаться, лайкнуть пост, рассказать, как вы им сочувствуете, или просто слово поддержки, всегда будет достойно внимания, всегда будет оценено по достоинству. Не проходите мимо чужого горя, оставайтесь людьми до конца. Все данные приюта по ссылке в описании. Хочется остановиться на одной из подруг Даши с ником Пуля. Анастасия Никонова. Не так давно у нас был пример перед глазами Саши Пасновой, которая уверяла подписчиков, что едет с мужем просто в отпуск, который был запланирован
задолго до вылета. Но потом, через пару дней, пошла просить ВНЖ в Турции. Так вот, и у Насти похожая история, которая говорила, что просто отпуск и не больше. Съездила на Мальдивы и быстренько сняла квартиру в Стамбуле. Лишь один вопрос. Вы всегда просто в отпуск на курорт ездите с сезонными вещами? То есть вещами, которые вам понадобятся при сильном похолодании. Просто некоторые блогеры так боятся признаться в своем бегстве, что потеряют вдруг лояльную аудиторию. И поэтому сочиняют одну и ту же сказку. Другой блогер Татьяна Функова из Краснодара пала в немилость у своих русскоговорящих подписчиков, то есть почти вся аудитория. Таня на полном серьезе сказала, что ей очень сложно говорить на русском после 3 лет проживания в Австрии. Ну, я знаю другой пример. Это я. В России я не живу более 10 лет. И, как видите, разговаривать на русском не перестала. Думаю, все это лукавство со стороны Тани. Просто с условием, что YouTube больше не оплачивает просмотры из России, Татьяна решила завоевать более денежную аудиторию, англоговорящую. Возможно, Таня не знает статистику, что все, кто вот так вот переходил на другие рельсы, забыв преданных подписчиков, ничем хорошим не заканчивали. А кто вообще это такая Татьяна, спросите вы? Таня стилист плюс сайз, которая случайно попала на сайт журнала Vogue. И Таню это так порадовало, что корона на голове выросла моментально. Также Таня пропагандирует бодипозитив. Если вы не в курсе, что это полное принятие себя и полная любовь к себе. Неважно, насколько вы попадаете под стандарты красоты, неважно, в каком весе вы пребываете. Мне кажется, Таня и тут лукавит. И думаю, делает это она больше для привлечения аудитории. Таня очень любит другого блогера и неоднократно ее благодарила за ту терапию, которую она делает. Блогер-психолог Тамара Паданева, извиняюсь, если неправильно произношу фамилию, которая лечит расстройство пищевого поведения. То есть Таня признает, что у нее есть проблемы с питанием. И все-таки присутствует, кажется, неполное принятие себя. Тамара, конечно, еще тот сомнительный персонаж, посты которой наводят на вопросы про ее психическое состояние. И местами ее нездоровая худоба также намекает на то, что сама психолог, возможно, страдает от РПП. Слушайте, ребята, зима и птиц не пощадила. Виола была, блядь, стройная голубка. Сейчас просто вон шмат сала на ножках, понимаете? А всем, наверное, тоже пиздец. Куда ты, пол батона? Все пиздец, что гормональный сбой. К другим новостям. Другой блогер-врач решила чего стесняться и запросила за чаепитие с собой 100 тысяч рублей. Регина Доктор, она же Регина Руалевна Ахуньянова, дочь больших медицинских начальников. Явно скромностью и отсутствием аппетита не страдает. Кроме чаепития, Регина предлагает свое личное сопровождение по питанию на семью. Всего ничего за 1 000 000 рублей. Кстати, Инстаграм таких ценников не понял и заблокировал страницу доктора Жадины. А вы уже оценили новый образ Анны Козловой-Купер? О-хо-хо, горячо! Хочется сказать, седина в бороду, бес в ребро, но не будем так говорить. Вот что с женщиной любовь делает. Ну и халявные деньги. Вот мы идем кормить самого голодного триглодита, Зина. Ты мне оставила кого-то триглодита. Смотри, он грызет клетку. Я ему принес пожрать. А на сегодня это все. Это были самые запоминающиеся новости, которые произошли по моему личному субъективному мнению. Не забывайте переходить по ссылке в мой телеграм-канал, потому что все самое интересное происходит в первую очередь там, прежде чем я сниму свежий выпуск новостей. Также не забывайте про мой инстаграм, если вы все еще там и вообще, если это еще для вас актуально. Но лайки, шары и вообще поделиться этим видео, это все еще актуально. А на сегодня это все. Всем братишкам и сестренкам пока! Everybody wants to be